Ольга Колотова окончила в 1995 году 8-летнюю школу номер 5 в Великом Устюге, а затем выбрала профессию продавца в торгово-кулинарном училище. Через 2 года устюжанка начала свою трудовую деятельность в магазине «Огонек», где отработала 21 год. Затем Ольгу Анатольевну пригласили в другой магазин, где она продолжает радовать покупателей 14-й год. Руководитель предложил мне быть заведующей, я согласилась. Как сказала, вдруг у меня не получится. Но получилось. И работаю уже 5 лет заведующей. Обязанностей много, признается Ольга Анатольевна. Все в магазине должно быть под чутким контролем заведующей. Ведь с нее и спрос. Как перед руководством, так и перед надзорными органами. Руководить коллективом. Заказывать товар. Чтобы всегда был товар на полке. Доброкачественный. Стремиться, чтобы товар был подешевле на полке, то есть не просто так заказать товар, а чтобы и для покупателя было выгодно. Ну, так, не знаю, для меня это уже просто. Покупатель всегда прав, правило которому обязательно должен следовать каждый продавец. Не будет покупателей, не будет и торговли, считает Ольга Колотова. Покупатели, да, бывают разные, то есть иногда хотят вот это, и не другое, а как бы вроде бы уже и отрезать больше нечего оттуда, да, это, но как-то находишь, предлагаешь, ну, почти такой же товар, но от другого батона, ну, соглашается, ну, а иногда, ну, уперся и все, ну, приходится отрезать и идти, как вам сказать, на убытки. То есть остается там какой-то кусочек, или сам покупаешь, ну или ну просто списываешь. Основная и самая важная обязанность продавца – знать товар. Работник должен досконально изучить состав продукции и ассортимент магазина, чтобы не ввести покупателей в заблуждение. Нужно знать товар в лицо. Колбас, вот допустим, же много на витрине, да, и некоторые колбасы, допустим, ну могут быть остаточки не подписаны. Да, вот, то есть, ну, название уже обрезали. И вот надо его знать в лицо, то есть товар, и не спутать. Допустим, колбаса докторская, сливочная, она тоже отличается, они обе без жира, допустим, да. Батон тоже надо знать в лицо. Подмосковный, нарезной, простой, то есть пирожки тоже надо все знать. А не просто так, что там раз, надломал, посмотрел. Это некрасиво. Наряду с постоянными покупателями часто встречаются гости города, так как магазин, в котором трудится Ольга Колотова, предлагает широкий ассортимент товаров великоустюгских производителей. Продавцы всегда готовы подробно рассказать о продукции и помочь выбрать тот самый особенный товар. Состав, из чего сделано, новинки, все предоставляем. То есть начинаешь рассказывать, и они, ясно, понятно, продукции берут больше. А так, что-то я пришел, на этикеточку посмотрел, она мне не понравилась, а наполнение-то другое уже, то есть оно озвучено, да, надо взять, попробовать. То есть все равно надо доносить. Не зря говорят, реклама – двигатель торговли. Коллеги отзываются об Ольге Колотовой как о справедливом и чутком руководителе, который всегда придет на помощь. По необходимости заведующая отложит свои дела и выйдет в зал трудиться наравне с остальными сотрудниками. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».